Алло. Алло, Сань. Алло, да-да, Сань, слышно? Ну все, давай. Ну я тебе наберу, когда они подойдут к подъезду. Все, давай. Сказал, минут через 10 будет, то есть, ну хорошо, либо там, но он как бы сказал, как будет мне позвонить, там домофон просто отключили. Ну все, давайте, хорошо. Через сколько вы там будете? Через сколько? Ага, 993, да, получается номер. Все, давай, давайте, хорошо, он тогда вас встретит, наверное, подъедет. Сань, ну они сказали, минуты через две будут. Там номер машины 993, так что можешь их у подъезда встретить. В принципе, если прибраться, надо, можешь просто пройти, там это, а потом мне набрать. Все нормально. Все, давай, давай. Встреть там их тогда, 993 номер. Давай. Так, все вроде работает. Кстати, интересно, у кого денег больше? У меня золота больше, значит, там у топа пока не взята никакая. Но это Гашан, это вопрос времени. Мне вообще сейчас убить джинов и разбиться об крестоносцев. Вот это было бы вообще самый кайф. Если я разобьюсь сюда... Можно. Так, он что-то там задумал. Разборка с ладышей в чате. Ой. Прохладная история. Так, кто-то меня сейчас тут бежит встречать. Но тут парень к встрече готов. До этого он не добежит, я думаю. Сейчас сожрет дерево, которое мне нужно. Твою ж мать, ты что ты делаешь, а? Вот, вот мне вот как раз нужно дерево. А, блин, можно было здесь взять дерево. Больше-то негде. Вот дерево есть. Вот это, кстати, можно пробить. Очень полезно будет, я думаю. У меня и на респе так-то есть чем заняться. Вообще спокойно. Тут сейчас меня вопрос мучает, идти ли вот сюда. Ну, наверное, нет, все-таки мне... Мувы дороги сейчас. Так, не убили меня. Так, кто-то там сверху побежал. Наверное, Гашан все-таки это был. Так. Нормально. Успеваем все сделать. Гашан тут, видимо, уверенно меня догонять идет, но пусть обломается.
Привет, кто подошел. Ну, играем где-то час всего. ГО пробили. ГО приемлемыми потерями пробили. Там 6 вив потеряли всего. На 1-2-4 пробили, как обещал. Склеп вообще изи. Вот это плохо, что не достали, ну ладно. Эфрита оставим. Лол, Гунар не дошел из-за этого, капец. Придется сюда идти. Я думаю, Гошан прям так долго, много не пробежит. А Пандорка окажется полезной. В любом случае. Так. Изи катка. Нам это идеально подойдет. Кстати, мы можем ДД сделать, наверное. Но не нападем ни на кого, это плохо. Плохо, не успеваем мы чуть-чуть. Можно какой-нибудь сюда ДДшку сделать. За 25. Одно масло будет следующим ходом, да? В принципе, даже, наверное, слогой не должен так быстро долететь, что мне накрыть. Я могу, конечно, куда-нибудь за ГО свалить, да? Так, а где у меня брон? Давай-ка, наверное, пробежим, может быть, наверх. Может быть, здесь какой-то колодец есть. Улик вон я вижу. Но мы, если туда бежим, мы просто не выберемся оттуда. Поэтому будем агрессивно играть. Mm-hmm.
Зато войска родные дали, все правильно. Да, Галтран чуть-чуть усилился, но нас пока это не должно вот так волновать. Весь воздух, конечно, дали зачетно. Но, тем не менее. Сейчас вот здесь бы какое-нибудь мясцо бы за джинами, да? И мы бы смело к утопке двинули. Но, опять же, жалко тратить ход просто на джинов и разбиться, чтобы ману пополнить. Это же глупо. Можно разбиться в оплот. Там таверна есть. Гильдию поставим, да? Можно разбиться в оплот. Ну, надо сначала гильдию построить здесь. Вдруг что-то здесь путевое. Там таун-портал дадут сейчас, к примеру. Чувствую, мне так не вытянуть. Мне нужно... Нужно взрыв получить. Ну, хотя, в принципе, взрыв с 9 СП не так. Не взрыв, конечно. Галтран где-то меч какой-то нашел. И на защиту что-то нашел. То есть какой-то, возможно, артефакт нашел. Щит плюс 3, плюс 3 и какой-нибудь. У него тоже были там параметры что-то 9-4. Или армор дракона плюс 4, плюс 4 нашел. Не знаю, правильно ли был вот этот прыжок с ДД. Кстати, взять улик сначала.
потом джинов, потом разбиться, но могут не хватить. Мне, кстати, нужен, может, мог бы помочь третий арт на колодец. Потому что есть два. Третий бы был, ну, очень просто, кстати. Прям очень кстати. Этот можно попробовать отбить на случай того, что где-то квест лежит. Ну, кстати, здесь стоял и убежал. Сколько у меня сейчас будет маны? Эта штука приносит мне 3 маны. У меня будет 7. Я истрачу 5 на масс-слоу, и потом у меня будет еще 5 на утопу. Это тоже посетить. Можно было, кстати, церберов тогда убить. Не знаю даже, что делать. Надо утоп убрать. 2. Я думаю, после этого наши шансы возрастут. На 1-3-1 с подвозом, с каким-нибудь мясцом из Инферно. Здесь бы дали каких-нибудь, ну, серьезных бойцов. Было бы вообще хорошо. Даже опыт, в принципе, сойдет. Даже опыт так-то не повредит. Нужен ли мне вот этот улей за... Давай-ка посчитаем, сколько там будет. 2500. 150 наискосок. Двести одиннадцать, считаем. 200, 400, 600, 800. 950, 1100, 1300, 1600, 1750. Ну да, мне хватает, в принципе. И улик съесть, и
об крестоносцев разбиться. Беспокоит меня, конечно, то, что мне воткнут в ульи, сидят всех единичек. Поэтому надо сначала все-таки джинов пробить. Там три арха. Там может быть три арха, я не исключаю. Там value, сильная value. Может быть, пять ангелов тоже меня устроят. Три арха меня устроят. 10 коней меня устроят. Меня, в принципе, мясо все устроит. Даже 20 фанатиков, хрен с вами. В Пандорке есть драконов. Нет, в данной Пандорке будут, если будут войска, то будут только из замка. Драконов там никаких не будет. Ангелы, архангелы, там, кавалеристы. Ну, я думаю, мы спокойненько две утопки скушаем. Гунар это сделает в течение хода двух, и будем уже готовы. Пополненной маной, если там арты на ману зайдут. Да на самом деле, а что драконы там? Какие могут быть драконы, если в количестве там 10 красных, что ли? Да 10-то не бывает красных. Бывает 8 бегемотов, 6 фениксов максимум. Остальных там по пятерке. Но на самом деле Гунар наш имеет хорошие шансы за счет своей специализации побегать. Может быть, есть такой вариант, конечно, он маловероятен, что не завезли Галтрану логистики, он вообще пешком ходит, пешеход. Это всякое может быть. Алло? Да, уйдет. Ну, вы предлагаете свалиться с вами. Не, ну 1 650 вы готовы брать, я тогда буду разговаривать. 1 650 готовы, да? Ну, а нам занижение надо. Завтра с утра соберемся, если... Потому что я завтра вечером улетаю, мне как бы желательно с утра. Ну все, давайте-ка, я сейчас поговорю с ним, ну и устрою. Ну там же несколько собственников, пусть там решение принимают, если не я, звонюсь вам. Да. Все, давайте, хорошо. Слушай, ну позвонили они мне, вот, они готовы купить за 1 650 000 вам. Советуйтесь, ну то есть как бы 1 650 000 минус услуги, 1 600 000 на руки вам остается. Ну да, конечно, как бы не сразу советуйтесь, что. Если что, там на завтра, на задаток собраться надо, потому что я завтра вечером улетаю. Лучше за первой половине, например, ну, все дело. Все, давай.
Так, всем привет, подошел. Пару слов по парте, как дела. Ну, в общем целом, вышли на 1-2-4 в центр. Оппонент светит более сильную армию. Где-то здесь подрались ложками, я ему двух ложков убил, он убежал. На этом как бы наши стычки закончились. Здесь он наверняка что-то уперся и обратно побежал разведать. Потом я сейчас туда пробегу, конечно, посмотрю, что там такое, а потом наверх побегу. Может, что там найдем. Вот, интересно здесь Пандора, интересно здесь Пандора. Гоу были чародеи. В принципе, у нас дома две утопы недоеденные. Ну вот, вот вкратце все. Здесь Пандору съели с воздухом. Так. Так, там кто-то пробежал. Так, Айден. Так, вот он, герой какой-то там спрятался. Кси. Вот его выход, вот его респ. Однозначно. Ну, пойдем на него. Может быть, у него удар молнии. Не знаю. Удар молнии на 80 вряд ли будет. Пока ману туда прибережем. Сбежал, здесь Гладиус. Все понятно, здесь его респ, здесь он взял концу на выходе, здесь он пошел наверх, съев улик. Сверху он возвращаться по каким-то причинам не хочет. Ого, Галтран подрос. Утопку взял. Ну ладно, нам что делать. Нам тоже надо сейчас утопку брать. Главное, чтобы ускорение не постановили. Антимагия пошла. Так, ну масла уже нету ни на ком. Печально. Еще будут бафы. Так, у него щита-то, надеюсь, нет нигде. Здесь слово висит, здесь нет, здесь тоже нет. Counter-Strike. Так, что нам делать? Ну, надо взять улей, я так подозреваю. Боюсь, что можем не успеть. Так, вот это очень печально. Давай-ка гильдию построим сначала. Посмотрим, что здесь дадут. Ничего не дали нам интересного.
Так, 100-200. Раз. Четыре. Блин, что-то как-то опасно. Могу просто не успеть. Будет вообще жопа, если не успею. Из этого улика долбанного. Так, 150. Раз, два, 150, 300, 600. 900. И еще 300, 1200. Должен успевать. Как я считал, конечно, как обычно, но... Да, успел. Ну, естественно, улик минимальный. Я даже другого и не ждал, ребят. А в принципе, что сюда попёрся-то? Все же ничего там пробивать не буду. Бред. Нормально. На ману, как обычно, ничего нету. Так, что мне нужно еще ресурсы? И ладно, ресурсы мы еще посмотрим.
Так, ладно, в чатик. Привет. Сетку вруби. Ну, да без сетки, в принципе, там видно было все. Тут Алкин бежит. Удачи, привет, Е2, спасибо. Ну тут, блин, удача понадобится против таких параметров, конечно. Сейчас много будет зависеть от того, что нам там дадут в утопии. У нас, видишь, такая проблема, у нас нету щита, комкожи, ничего нету. Сейчас построить, надо наскрести на пятую гильдию каким-то образом. То есть, может, здесь взять вот это, если он нас не ограбит. Это здесь ртути. Где взять ртути? Ага, вот он, Рион здесь видит ртуть. Отлично. Дерево есть, но оно пока не критично. Просто деньги, что ли, менять на ресурсы? Надо было сюда добежать. Затупил. Вот это реально затупил. Вот ртуть, кстати. Еще есть. Так что, наверное, не будем пока строить. Пока возьмем утопу сначала. Из утопа потом пробежимся куда-нибудь еще. Можем... Ну, тот на тот респ, не знаю. Это не наш уже респ. И надо к вот этой утопии еще прорваться будет. То есть вот нам будет два хода взять утопы, две. И там уже будем просто смотреть. Там будем уже сравниваться. По армии. По статам, по армиям. Вариантов нет пока. Других, к сожалению. Не, надо, наверное, если будет возможность, серу надо, конечно, брать. Так, у Риона есть магия, да? Вот тогда этого героя там тоже покараем. Если он выбежит. Я думаю, наверное, мне даже важнее героя будет покарать, если он возьмет это все, чтобы он тут в разведку не ходил. Чуть ему подровнять, экономику попортить. Сложная задача, прям сложная. Игру надо выигрывать. Ну, как бы мы стараемся выигрывать. Было бы за счет чего пока ее выиграть? Ну да, ДД мы получили. Это хоть что-то получили. Вот сейчас големы пригодятся. Будем об них разбиваться. Так, свитки какие-то есть интересные. Мне нужна какая-нибудь камнекожа, что-нибудь полезное. О, камнекожа, брон. Блин, ты далеко. Ты далеко. К сожалению. Нас. А мы не можем открывать рюкзак. Так, ни кожи, щита, ничего нету, плохо. Здесь вот магическая стрела. Так бы было хорошо, хоп, изучил. Ну, полезем так, что делать. Големы до конца партии доживут, да не говори. Можно, конечно, построить пятую гильдию в надежде там изучить какой-то взрыв, какой-то, ну, что-нибудь такое.
Может быть, земляного элементала. Гунару еще интеллект. Вот интеллект бы ему, и все бы было прям ништяк. Может, дадут еще есть кого-нибудь полезного в лагерях. О, вот здесь Гашан, возможно, тусуется. Пандора там какую-то доедает, собака. Ну, пусть доедает, ходит там по этому, по бездорожью. Может, он, конечно, уже на крыльях летает, я не знаю. Это нам не получилось покрасить. Тоже хороший Пандоров. Меч неплохой. Тоже можно как-то в перспективе его отхавать. Но на перспективу эта игра раздача нормальная. То есть можно там пободаться с контролем, если ему там не завезут ничего. Так, вот здесь обзор земли, раз. Это ничего не проверено. Щит. О, вот, щит, нашел. Прикольно. Сейчас посетим раз, два, и тогда придется так делать. Щит очень поможет в утопе. Это не посещено. Можно, кстати, прямо сейчас посетить, может быть, идти. А, ну все равно придется так идти. Так еще можно. Не знаю. Обзор земли очень нужно. Сейчас будем обзор земли скринить. Так, тут, кстати, кто-то убежал наверх. Это хорошо.
Вот это, кстати, тоже ничего так Пандорка. Тут без красного шара вообще делать там нечего. Какой-то дамаг получать. Выбежал пацанчик. Ресурс надо забрать будет обязательно. Отойду. Я тут играю. Так, продолжаем. Ход приходит. Нормальная тема — неделя ящера. О! Блин, ну, тоже можно будет купить на самом деле. Так. Галима нафиг нам не нужна. Ага, мы его не убьем. Thank you.
ничего не взято. Хорошо. Это посещено. Хит посещаем. Так, големов оказалось 7 на 60 с чем-то, да? Знания отлично. Так. Так, у топа троечка. Троечка нам подойдет. Не слишком мало и не слишком много. Как раз такая серединка. Брать ли питлордов, пока не знаю, наверное, нет. Так, колечко надо переодеть. Все нормально. Все нормально. Так. Смотрим. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Как-то так. Полезли. Ну, а гномик-то нормально ответил. Можно убить троих, на самом деле. Но лучше, наверное, вот этих убить. Или убить. Но двоих вот этих мы не убьем. Двоих золотых можно убить. Кстати, мне нравится вариант убить двух золотых. Оба трех убили. Так. Здесь можно убить. Это вон туда не полетят на ангела. И это будет очень плохо. Но ангел, мне кажется, должен выдержать. Хотя не факт, что он выдержит. С честью.
здорово. Угу. Ангел, 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 живи. Лечения нет, к сожалению. Ну да, все-таки черный сейчас в него вложится. То есть золотой на единичку нападет. А, мы, кстати, еще же имеем вход. У нас надо 500 с чем-то выдать. Или на этого. Но все равно черный вложится в него. Так что давай убьем спокойно золотого. Ах ты, смотри-ка, нет. Нам это подходит. Ах, выдержали, красавцы, вообще. Все. Пробили нормально. Блин, да серьезно, что ли? Серьезно, ну взрыв хоть есть, это хорошо. Плюс скорость есть. Можно сделать ДД сейчас еще. Вот эту забрать и оттуда полетом пролететь к утопе. Такой вариант мне нравится. Так, а мы можем в кого-то разбиться сейчас, нет? У меня 323 мува. ДД будет стоить 300. И не разбиться, вот это плохо. Так. Так, надо доменять два этих. А чё мне, строить? Это у меня пятая шляпа пятого уровня. Чё мне пятую гильдию строить? Ему что ли в подарок? Я думаю, наверное, может во плоти начать строить еще одну.
пока ничего не будем делать. Привет, да сколько некров продал? Это без продажи играем любимчиков турнир. Что ты там не можешь, Айва? Резерв поставьте. Ну, давайте что-то решим, конечно, вопрос.
Нет, там эти, видимо, мои Так, что тут происходит, пока меня не было? Привет всем. Кого-то тут музыка напрягает. Так, герой папашка убежал здесь. Дракон. Ну, сейчас мы возьмем вторую утопу. Ну и после этого будет видно, светит нам что-то здесь вообще в этой игре или нет. Потому что Гошан наверняка ману пополнил.
Там, в принципе, ловить нечего. Будет. Если мы сейчас что-то в этой утопии на параметры не бахнем. Ну, как оно как всегда бывает. То есть, дали книгу воздуха, дали, который у меня весь воздух есть. Дали шляпу пятого уровня, которая, в принципе, не особо критична. И дали латы титана, которые, по сути, у меня есть на это место артефакт. Дали точно такой же. Зашибись. То есть, я на 5 повышу СП. Взрыв у меня будет наносить... Сейчас скажу, сколько? 75 на 14 и плюс 300. Получается, на 1350 у меня взрыв будет наносить. А, не добежал, уволился. Хорошо. Воровайки. Где у меня этот Айден? Вот он. Септиена идет меня убивать. Что-то они здесь разбегались, эти герои. Угу. Так. Уничтожение нежити нет, Закла. Я боюсь, что он не поможет ввиду слабого дамага этого самого Закла. Так. Лечение, вот оно, то самое. Он так не хватило прошлого раунда этому. В прошлой битве. Так, что мне нужно? Ангелов соединить, бесов. Может, скелетонов взять, кстати? Не худший вариант. 28 скелетонов. Собак ставить можно, взять бесов, как вот так. Фу, блин. Вот черт. Не тем героем пошел. Угу. Это вообще не нужно зачем-то. Так. Так, мне надо что сделать сейчас? Где лобета? Не достанет? Не достанет.
На вывод ее поставим. По идее, я должен успеть все сделать. Конечно, ни хрена я не успел. Это очень меня печалит. Значит, уволим Леона. Его сейчас один фиг убьют. Кстати, интересно, можно весь воздух выучить. Так. Да пофиг вообще. Кого там брать? Ага, не достает. Пока есть, инвестируем. Так. Так, что тут вопрос еще какие-то есть? По статам. Что у Галтрана? По статам у Галтрана очень, очень много статов у Галтрана. А, сейчас мы проверяем вторую утопу. Что там дают? Ну и дальше смотрим, думаем, куда лететь. То есть, в принципе, у нас есть... Ага, ну тут у нас нападают ожидаемо. Что там, волну смерти будет делать? А, понятно. Вопросов больше не имею. Так, мне будет, если бы здесь дали хотя бы какой-то, например, ну, щит и шлем, да, и я бы подобрал бы вот этот меч, то, в принципе, меня бы это устроило. Плюс еще здесь бы, допустим, дали мясца. Если здесь дадут книгу земли, к примеру, тоже пойдет. Мы телепортируемся сразу. Ну, а в принципе, что нам телепортироваться? Все равно восстанавливать ману. Нам нужно что-то прям на ману
конкретно. Если сейчас мы здесь параметры нормально выровняем. Так. Анархию играешь? Да, анархию играют. Один из моих таких. Ну, мне очень нравится этот шаблон, я готов его катать. С любым оппонентом. Интересно, куда мой оппонент побежал? Как ты считаешь, кто анархии сильнее, некро или флакс? Ну, скорее некро, конечно. Там гашан, там исра, ведомина, там без ограничений, там усилок, там грыженые вампиры. Там вообще просто, просто жесть. А конфлюкс, ну что конфлюкс? Ну да, феечки грыженые задали темп, ну луна, ну. Тут от шаблона, конечно, зависит. Сложно так сходу сказать, но я считаю, что некро, наверное, приоритетнее будут. Луна со старта с феями так не усилит, как какой-нибудь гашан там без ограничений. Или с усилком, ведомина, исра с усилком, просто жесть. Грыжные птицы, ну, понимаешь, до грыжных птиц может просто не дойти. Пока их ты там загрыдишь. Да, там, конечно, это круто очень, но там темп стартовый важнее. И важно то, в каком момента пойдут в ход взятие утоп. Что немаловажно. Пока в этой игре, к сожалению, сильнее некрополиса, замка сложно придумать на, ну, практически на любом шаблоне. К
конфлюкса нет героя с дипломатией. Герой с дипломатией всего три. Адель Каспл, Риланд Аплод и Кира Башня. Три героя. Ну, видишь, против некро там первым же уровнем идет экспертная некромантия, и просто тоннами скелеты плодятся. То есть там к первой неделе, на первой неделе можно штук 300 нарезать вообще, без вопросов. Там уже и концы полетели. Просто, ну, совершенно логично, что навык, который дает войска из воздуха, он не может быть плохим, и естественно, что это самое сильное. Что про ход думаешь? Да что, хота как хота. Версия как версия вполне имеет право на жизнь. СНГ поедешь турнир? Да. Завтра самолет. Вылетаем. Не знаю, буду принимать ли участие в турнире как игрок, но поехать обязательно поеду. Боги мертвеца, что ли, или что? Так, если верить нашей карте. То здесь... А, еще центр-то дофигища вверх центра. Тут можно еще отжирать и отжирать. Он может сейчас по нейтральным респам пойти. Сложно, но радует то, что у нас при трех городах все равно городов больше, чем у него. То есть у него, наверное, один в центре города и один там. Почему нет? Ты же один из топов. Ну, во-первых, я буду судьей турнира, это раз, что, ну, некие дополнительные трудности мне создаст при игре. А во-вторых, да, как бы есть ребята и покруче.
Кстати, кого ты считаешь покруче, Хэлла или Рэдди? Ну, Хэлл чемпион СНГ, поэтому я думаю, что он сильнее. Мое мнение скромное, может быть, я и не прав. Так, ну уже что-то по защите уже перекос. Какая-то грязь вообще. Так, ну давайте, ребят. Пальцы скрестили. Чтобы у нас там сейчас все получилось. Топа максималка, прикиньте. Это хорошо. Да, мы тут, конечно, потеряем немного, но я готов на такие жертвы. То может гремлин не брать, а взять питов. Хоть мораль будет повыше. У нас есть взрыв, если... Ну, взрыва нет, кстати. Маны просто нет на взрыв. Так. Ну, чё, гол? Чё? В утопку. Ну, кстати, нам подкосили, тут будь здоров. Так, у нас взрыв, на взрыв не хватит. У нас есть возможность вызвать тонну элементалов или начать колдовать всякие щиты. Кстати, кроме щита колдовать нечего. Элементалов мы вызовем. Ну, 56 элементалов мы вызовем. Я думаю, это хорошо усилит нашу армию. Да у топа Макси не так жестко. Жестче было бы, если бы это была минималка с мусором. Вот это было бы реально жестче. Я не боюсь тут немножко потерять. Мне как-то не так страшно. Так, ну ладно, поехали. Начнем с золотых. Плохо, конечно, один остался, он прям сейчас на виллу ответку снимет. Очень печально. Ну ладно, придется, виллы пошли в расход, можно сказать. Если я ударю сейчас вот этого, я убью 3 дракона. Ну, тогда они полетят бить ангелов. И это будет... Ну, не факт, что они полетят бить ангелов, на самом деле. Но так, факт, что сейчас Вива прилетит, это да. Может быть, невыгоднее будет, конечно, так ударить. Мораль, может, удача сработает. Так,
этого не вырубаем хотя бы одного. Этого мы можем вырубить аж трех даже. Если повезет. Даже четырех, если повезет. Уж совсем, если повезет. Ладно. Ну, тогда на санки вот попадут под порожек, но это не страшно. Они туда попадут. Бесы убили дракона. Лол. Так, бесы отъехали. Элементалы потащили. Почти 12 вив, правда, за этого ли? Крылья ангела, книга огня. Но на ману дали. Это хорошо. У нас тут запасик есть большой. То можем позволить себе так вот таким вот образом сыграть. Больше тут ничего нету, утоп никаких нету. Даже еще вот доберем коробочку. На вызов воздушек маны не хватало. Маны хватало только на экспертный вызов. На 20 маны только было в распоряжении. К сожалению, это так. Можно, кстати, загрейдить ифритов. Это будет очень темная тема. И Армагеддон у нас есть. Но маны у нас будет еще плюс 7. Нормально маны будет. А, у нас еще и полет заюзан, прикольно. Так, калх. Так, что у нас там по морали? Нормально сойдет. Так, мораль сойдет. Ну, по параметрам, в принципе, разницы нет. Лучше мораль, конечно, надеть. Пока это не забыл. Так. Ну, как-то так. Как-то неоднозначно все это. А, тут же мы можем еще и закрываться. Крыло ангела. А, кстати, да. Крылья ангела же родимые. Имба имбовая же есть.
А мы, кстати, еще можем долететь до грифонов на минуточку. Каскау. Тоже интересная штука. Но полетим мы не туда. Так. Нормально, успеваем. Должны. Я на такое не согласен. Ну, кстати, сейчас у меня этот герой полетит вот эти артефакты собирать. Я что-то затупил про эту возможность. Но хорошо, что оно у меня есть. О, тут уж совсем другое дело. Давай-ка немножечко перетусуем, чтобы он нас не видел. Так, все. Пир. Эфриты. Шикарно. Все, хватит пока. Так, крылья ангела, кстати, очень в тему оказываются. Мы сейчас подтащим еще гогов немножко. Скупим, гогов загрейдим. Возьмем золотой лук. Это нам вообще идеально подойдет. Слышишь когда-нибудь про прожиг драконами или птицей буквой Г в углу карты? Ну там есть какие-то моменты там при атаке там с разворота. Могут так прожечь. Попробую к дьяволу слетать. Ну, в теории можно, наверное, попробовать. Ладно, хорошо, что у нас сейчас будет. И флай, и с маной нормально. Сейчас надо нам будет что сделать? Отжать вот это вот все. У нас атака тогда возрастет. У нас есть взрыв. У нас есть хороший spell power. Thank you.
Ну, конечно, у нас есть книга огня, кстати, на минуточку, не будем про это забывать. У нас есть грейженные фриты. Ну, надо смотреть, вот про букву Г, не Г, там, видишь, сложно, тут индивидуально. Тут много надо смотреть, как еще ударил дракон, разворачивался ли он при атаке, то есть тут нюансов много. У нас еще, кстати, есть два улика здесь, добрать можно. Вот этот, не знаю, тут, наверное, ну, по идее, это хорошая должна быть коробка. Тут охрана как ГО, можно сказать. Но нам бить ее нечем особо. Нам срочно нужно собрать что? Вот этот меч, он прям нам очень нужен. Мне интересно, чем занимается вообще оппонент, что у него до сих пор мало замков, до сих пор нету каких-то угроз. Тут горгоны, кстати, охраняют Пандору. Тут тоже можно залететь, что-нибудь собрать. Тут Пандора с чародеями, интересно. Мы ее, наверное, через ход заберем все это. Ну так у нас совсем мало, 12, только 7 ангелов есть. Центр чистит. Но тут центр, в принципе, не такой большой. Я вот по обзору смотрел, там больше всяких этих скал и прочего хлама. О, тимвизер упал. Пахивает пассисом. Ну, как бы не исключено, почему? Че, Инферно должен всегда некро выигрывать? Изи, без потерь. У нас тут, я так считаю, что у нас вполне игровая ситуация. У нас есть контроль.
Так, загрузим. Сейчас мы еще по ходу сделаем и сохраняться будем. Мне уже время позднее. Играть пока не могу. Сколько там драконов призраков? 10-19 драконов. С грейжными фритами и кольцом на скорость мы их пробьем легко. Но проблема в том, что там кроме нычки ангелов, Пандора будет стрёмная. Жаль, что только одну ДД можно делать здесь, на Джейбе, не две. Оппонент, конечно, Гашан жесткий. Непонятно, как его пробивать будет. Но у меня, видишь, ни меча, ни щита. Я возьму, сейчас у меня будет тоже атака хорошая. Защита, правда, 11 будет. СП примерно по чуть побольше. По параметрам выровняемся. Но я по магии, конечно, там проигрываю. По силе магии. Вот. По силе армии, в смысле. Что-то не то говорю. То есть там скелеты, вивы... Но опять же, какая у него магия, есть вопрос в этом. То есть, есть ли у него взрыв, чем он будет контрить мой взрыв. Есть ли там оковы войны, у меня есть много чего интересного. Ну как, то есть, у меня хороший СП, есть взрыв. То есть, там по стеку будет отъезжать. Вопрос в том, что есть у него, есть ли у него ответный взрыв, например, это первый вопрос. Есть ли у него, ну тоже какой-то, какой-то, допустим, контроль, у меня армак есть еще, например. Нет, но Джебуси нельзя использовать 2DD, XL плюсу только 2DD, вы че? XL плюсу можно, если там 6LM10 было. На Джебусе нельзя. Откуда там 2DD? У меня, кстати, есть деньги на откуп. Тоже, что немаловажно. Хитран разрешен? Нет, хитран запрещен, естественно. Потому что это сильно нечестная штука, хитран. То есть на одном эфрите нападаешь, армак откупился, нападаешь, армак откупился. Это не это. Нет, ну может быть у них какая-то договоренность была, я не знаю, но факт тот, что правила запрещают использовать 2DD. И тут хэвэрулизм не даст сделать 2DD. Как же мне здесь пробежать? Мне надо пробежать куда-то вот сюда, Гунаром, и сделать отсюда ДД. Сделаем ли мы отсюда ДД к магам? Нам надо вот как-то вот так сделать.
принципе, мы отсюда, наверное, не сделаем. Смотрим. Так. Наверное, сделаем. А может, и не сделаем. У нас крылья есть, если что, там чуть перелетим. Ничего страшного. В этом нет. Может быть, куда-нибудь вот сюда сделать, к ногобанку. Ногобанку сюда нет, нельзя. Вот в конце и туда полетели. На крыльях любви. То есть эту взяли. И где-то здесь стоим. Не, ну в те времена правил вообще, можно сказать, нормальных не было. Их просто что-то было придумано. Можно, кстати, освободить вот этого героя. Если он хороший маг, можно ему дать книгу огня, эфритов. Пусть идет там, зачищает что-нибудь. Обязательно на черный рынок вскрыть. Вдруг там есть недостающая часть от колодца. Тогда вообще будем, заживем просто в шоколаде. О, замок он где-то отжал. Есть ли у нас обзор воздуха? Давай начнем с этого, начнем смотреть. Обзор воздуха есть. Что он показывает, не экспертный? Он показывает героев и артефакты. Вот мы сейчас их посмотрим. Где там у него герои прячутся? Может быть, он же здесь где-то замок захватил? Может, здесь-то можно, может быть, можно скакнуть туда на респ? Этого папашку мы найдем, чем встретить. Разберем тут. Так, ладно, поехали. Так, надо как-то лететь сюда. Значит, смотрим. Почему единичек не взял? Нам нужен золотой лук. Серьезно? Да, встали вы, конечно, просто капец. А этого можно было вообще заблочить. А такой нубас. Так, надо вылезти обратно, еще будет вылететь. Хочется, конечно, взять и эту клевер. Такой как хотел. Mm-hmm.
педагогов надо было бы нанять. Если что-то я тоже потупил. Очередной раз. Дьяволов хочется построить. Ну, построим в конце недели. Это мне магоги здесь, в уликах во всяких. Наверное, нет, наверное, мне нужны больше здесь скелеты всякие и эти. Слово потратить, если не париться. В армии он сильнее. О, удачу завезли. Лоу. А что у нас по опыту? Ну, не будем лишний сундук хавать. Он того не стоит. Так, надо сейчас проверить. Этого мы, наверное, сейчас отчислим. Посмотрим, далеко ли нас хватит здесь героям бежать.
Так, Алкин, кстати, Алкин. Он его увольнял. У него много мужов. Шикарно. Блин, не хватает немножко. Так, здесь надо немножко назад сдать. Я хочу ложками улик взять вот этот вот. Или не делать так, или сразу туда вверх побежать. Чтобы вот это все собрать. Не могу пока ничего сказать, как лучше. Давай пока так сходим. Так, и о, на. Так, ладно, пока хватит. Блин, что-то вот этот мусор вообще не к месту. По чатику. Фитя Армаг, да? Точнее, правила. Это новый будет. Ну, давай уточним правила. Я могу ошибиться, но может быть действительно правила. Как... Я не знаю правила про Джебус, что там можно делать 2 ДД. Ну вот, читаю правила. На всех шаблонах, кроме XL плюс U, разрешено использовать каждым героем не более одного раза. На размерах XL плюс U можно использовать два раза при экспертной магии воздуха. Смотрим теперь отличия для Джебус Кросса. Дополнительные правила прохода между зон, дополнительные рестарты, ограничения. В замке можно выбирать Галтрана. По правилам XL плюс U 2 ДД, ну как и написано. Я не прав, Ром? Я уже задумался о том, чтобы сейчас вот так гунаром полететь и коробку им съесть.
И крылья взять, кому-то ложком передать и ложком тоже перелететь. Не знаю, насколько это выгодно. Мне надо будет собрать вот здесь что-то и собрать вот это вот. Желательно этим ходом. Можно было забить вот на это, конечно, все. Ну, кстати, на самом деле, если в последний слот мне выпадет огонь, это будет не худший вариант. То есть у меня сейчас какой-то шлак выпадет, наверное, в последний слот. Но для последнего слота это не так критично. Все, что нужно, уже есть. Дальше, ну, мне хотелось бы интеллект. Огонь пойдет. Что у нас еще есть? Поиск пути не нужен. Удача, лидерство, согласен. Ну, лидерство больше, конечно. Потом, что еще у нас есть из полезного? Артиллерия, возможно, да, соглашусь. Баллистика, ну, неплохо. Потому что при бое в замке может сыграть свою роль. Такие моменты, как баллистика и артиллерия. Стрельба. Ну, нет, хорошей жизни, конечно, ее придется брать. Тоже шибко не нужна. Резист с удовольствием. Ложка ему сейчас мы вырежем. У меня тут иона идет подготовленная еще к тому же. Со всем воздухом. Шахтер есть еще. Да, он, наверное, сейчас где-то там шерудит нейтральный респ. Кстати, обзор воздуха забыл сделать. Ну да ладно. Сейчас он экспертный, сейчас его обязательно надо сделать в начале хода. Все, кроме орлоглазов, навигация можно. Ну, поиск пути не пригодится мне. Ну, теоретически как-то может там каких-то там нюансов. Грамотность мне не пригодится. Обучение мне не пригодится. Что еще мне не пригодится? Ну, лидерство буду рад, конечно, лидерство буду рад, потому что я просто тогда ожерелье смогу переодеть.
Вот это как-то надо бы подогреть. Но без красного шара что-то боюсь. Там пара ангелов останется. Ну и вот это надо к концу недели забрать. Вот это, конечно, важнейшая Пандора. Мистицизм не пригодится. Хотя, может быть, в каких-то отдельных ситуациях, когда там я, допустим, бегу без маны, и он мне там восстановит там критичное количество, что мне на один каст хватит. В принципе, ну в теории может пригодиться. Разведка. Ну, разведка скорее да, чем нет. То есть там по центру не помешает. Что там еще есть интересного? Воду не дают. Некромантию не дают. Тоже непонятно, чем он там занимается на нейтральном респе. Он мне уже Ваську написал, что, дескать, что мне утоп накидал, раз золото больше, чем у него. Ну, мне бы сейчас мясца, и можно. И на этой неделе обязательно, конечно, построить дьяволов. Обязательно надо. Может, даже с нычкой. Меч надо взять обязательно. Здесь у него героев вообще походу нет. Он походу свой замок бросил, ну респ. Все, вот это интересно, что такое это? Не утопали случайно? Ну, кажется, что это сапоги мертвеца. Ну, может, утопа. Ну да я тоже думаю, что это ботинки некроманта. Мне тоже так кажется. Значит, у меня сейчас такое прям сомнение, вдруг утопа, но нет, не утопа это. Что он там делает, интересно? Что он там микрит? Гашана разбил куда-то. Игната какую-то из тюрьмы освободил. Ну, походу, он, да, шарится по нейтральным респам в поисках счастья. Как сетку включать? Средней кнопкой мыши появляется меню. Оно же кнопкой F5 вызывается. И вот сетка. Включить, включить. Это для двери измерений. То есть видно радиус двери измерений. Тоже примериваться очень удобно на чужом ходу.
Это гильдия воров, рынок. Можно рынок сразу вызывать. Можно гильдию воров заходить. Можно сетку, повтор кода своего и автобитва. Эти собаки, надо их не догонять, они ману все съедят. Я думаю, наверное, сейчас надо ложком чекнуть, может быть, здесь есть что-то. Я, наверное, ложков не буду тянуть. А, он сохранился, что ли? Ну ладно. Так, ребят, все, игру закончили на сегодня. Спасибо, кто смотрел. Сегодня немного было народу, но тем не менее, как бы, стрим тоже был продуктивный. А следующая трансляция, скорее всего, будет только после СНГ, то есть где-то в районе 8-9 мая. Может быть, есть вероятность, конечно, минимальная, что на самом СНГ, но это минимальная. Вот, всем спасибо. Всем пока!